О, какие щурки. Щурка вот стоит, а ее уже Володя распилил. Вот она ее. Как. Ну их не возьмешь, а как тут два щурка? Тут никак не расколоть. Вот он что делал. Вот у нас сегодня 9 апреля 2019 года. Вот маленько дров заготовили. Осенью надо колоть будет. А сегодня нам нужно подготовить. Володя уезжает сегодня в Потеряевку ровно на 2 месяца раньше меня. Ну, сейчас у нас кошек мы брали здесь. Ничьи кошки. 3 кошки прокормили мы их. Они были в подполе, там светло. И, конечно, не на улице, иначе они погибли бы, ничьи. 3 кошки черные. Сейчас пойдем их. Все, уходит он оттуда. Будем выпускать. Тут все, снег растаял. И сделать все, чтобы они могли у нас спрятаться в сарай. Там он, я не знаю, туда пролезть они могут, первый склад, там не мешает ничего? Нет, пролезут. Ну все. Где будем? Это вот туда поставим, чтобы туда они подходили. Надежда Васильевна там пока кормить будет. Им показать, чтобы они сегодня поели здесь. О, на пол поставь тут. О, хорошо, а потом можно от дождя сдвинуть. Пошли. О, маленькая палочка, разбей-ка им тут. Они это как узнают, что там. А? Они это как узнают, что еда там стоит-то? А мы-то принесем сюда. А в чем? Они, да, же, они же. Коробку вон там возьми. Они же нам не дадутся. Ну, не знаю. Как зайдешь, увидишь, коробка там. Не дадутся. Да-да, да, чтоб дались. Вот это специально для кошек. Попробуем. Ты вообще побей это вот это. Какую-то положи рядом палочку, подожди. Просто понятно. Все. Зима прошла почти что. Ну, еще холодновато. Наша ель, береза. Надежда Васильевна тут поставила банки-то. Это я поставил. Ты поставил? Оно, видишь, это березы высокие, его надо оттаять. Ну да. Интересно, как сбоку банки. А там вы ветки-то отпилили? А там внутри сколько? Ну, все равно можно почувствовать. Я говорю, сучок, а? Вы же отпили вот этот Я отпилил сучок. Там надо сделать банку туда, сосунуть. Здесь плотно веревочку сделать-то. Ну, такую можно банку даже. И привязать за сучок. Это мы заходим. Наш храм. А еще купола нету. За еще купола нет. Частный дом. Да нужды никакой нету. Первые христиане, написано, ежедневно собирались по домам. Ни одного храма не было. Это была церковь. Так, а что я спрашиваю, что там же есть еще, смотри. А, ты, наверное, не знал это? Не, а братьям-то надо оставить для раздачи. Не надо оставить, заберешь. Как-то не надо. Для раздачи-то. У нас ну же ладно, ладно, одну возьмешь, пачку отправишь сегодня. Надо будет, у меня там возьмут. Дело в том, что этот человек может сам же выйти на них и заказать. Очень хорошо. Я же всем адреса даю, они выходят, сами заказывают. Прекрасно, замечательно. Вон вверху покажу сейчас, как надписи какие. Вот так. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Так, коробочку бери туда вовнутрь. И везде свет выключишь. Ну, там эти посудины, их можно взять уже. У нас завтра самый большой молебен будет. Канон Андрея Крицкого полностью считаться будет. Вон там свет, который идет им. Открывай туда. Только шикай, чтобы они не выскочили. Так. О, не бросай. Положи туда. Кошечки наши, кошечки. Они тебя ждут. Кошечки, кошечки, кошечки. Ну надо тогда закрывать. А? Они выскочат, надо закрывать. Ну тогда лови их там, или я пойду туда. Подожди.
Кошечки. Они меня знают, я их кормил. Ну, я закрою здесь. Кошечки мои, кошечки. Ласковые мои кисы. Ой-ой-ой. Это неплохо, не просто так. За собой закрываю. О. Вот так по голове, по крышке стукнуло. Там рукой поддерживай крышку, я буду держать сейчас клапан. Ну-ка, закрывай, закрывай. Не-не-не, давай, закрывай клапан. Ну-ка. Не-не-не, Игнатий Иванович, их не посадишь туда. А что сделать тогда надо? Они же не приучены, мы же своих кошек... Ну попробуй, все равно попробуй, толкай. Она царапаться начнет, а ну попробуй, попробуй. А потом вообще ее не выпустишь. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Не-не-не, пойдем. Все. Ничего такого нет, каждая кошка на бок положи, коробку положи на бок. Значит, я не буду, я же сказал садить. Ну подожди, подожди на пол, нет. Положи коробку боком, молодец. Не буду я садить, я же сказал. Давай я буду, держи. Садите сами, да, я не буду. Давай, ничего тут такого нет. Сейчас я буду. Ну что они у меня? Ой, кошки какие, а? Ну-ка давайте попробуем. Без сейчас гоняйся за ними тут, по всему подполью. Ну, давай, давай, вот так. Давай. Не получилось немножко. Не получилось. Так, что будешь делать сейчас? Ну что, надо брать на руки, а все, они уже испугались, они сейчас не пойдут. А ты вывези их отсюда и закрой там, а двери открыть. Я так и хотел сделать, чтобы они сами вышли. Давай, сделаем так. Возьми коробочку отсюда. Коробку. Давай, сейчас я открою. Давай, открывай, я коробку дам. И ты их там позови. Да, действительно, они... Мы-то свои заранее коробку притаскивали, чтобы они привыкли. Ну да. А здесь-то. Вот она. Пришли. Вот она вторая. Ты сейчас туда зови. Иди туда, они там выскочат. Так, одна выскочила, да? Теперь зови дальше. Зови, вторая идет. Зови, зови. Она подходит уже. Так, ну и третья идет. Выходи, а потом двери откроем, они выйдут сами. Вот и все. На, Володя. А Володи и нету здесь. Вот подвал закрываю. Вот теперь у них надо электричество убрать. Вот так. Ну и все. Ну все, пойдемте. На улице? Нет, еще тут я... А что ты не закрыл-то, почему здесь? Они на веранде, на веранде. Ну тут надо было закрыть, чтобы они не приходили сюда. Ну давай. Все три там, да? Да. Не запускай сюда сейчас. Так, не... подержи. Давай, вот они, кошечки. Ну-ка, давайте. Давайте. А вы сами выходите, они выйдут сейчас. Да. Пойдем. Киски, киски, киски. Пойдем. Вот, зима кончилась. Иди сюда, скорее. Иди скорее сюда, иди. Иди, киса, вылазь, не бойся. Не получилось, думал в коробке вызвать. Зови их сюда. Надо чашку принести. Сейчас. Вот она испугалась. Он побежал за едой. Вот они где у меня, кошечки. Вот все, сейчас мы их выпустим. Ну да, Володя побежал за тарелкой с едой. Вот сейчас надо их вымануть, это и все, они свободны опять.
И опять они у нас будут здесь. Это у меня голуби утром начинают вылазить. Там свет можно выключить. Давай, ты сюда, примани туда, в этой, в тамбур заведи. А тамбур, эту дверь надо будет прикрыть. А когда туда зайдут, дверь прикрыть. Стоп, туда не надо, не надо, не надо. Вот сюда вот. Да я знаю. Ну там, ты дай, поставь там, чтобы они почувствовали. Все, отойди. Отойди, стань там за дверью, аккуратно будешь придвигать дверь. Проходите, проходите, иди. Проходите, мои косы. Давай. Косочки мои косы. Чтобы они начали есть. Косочки, мои ласковые чернусочки. Чернусочки мои, чернусочки. Вот, все, подошла она к чашке. А это пошла на улицу. Третья идет. Потихонечку сейчас дверь будешь закрывать. Так, закрывай. Топ, а не две, подожди. Назад. Не шевелись. Давайте, давайте. Чтобы они к этому подошли. К тарелочке. Ну. Вот она как, да. Все, вспомнила улицу. Вот она тарелка. Давай. Все, вышла на улицу одна. Господи помилуй. Выходите. Выходите, ешьте. Вот это пошла. Это котик вышел. Так. Я отошел. Давай, вторая. Да, вон она где. Выпускай, выпускай. Все. Подтолкни ее сюда на улицу маленький. Так, все, третья она-то идет. Третья, если подойдет. Так, закрывай, быстро-быстро закрой. Все, тут уже можно распорядиться ими. Вот она пошла на улицу. Пойдем. Они уже там знают, они туда пошли. Так. Надя. К тарелке теперь надо и подтянуть, к тарелке. Ну, потом с тарелку сюда перенести надо будет. Давай банки отсюда забирай. Закрывай там все. Так, тихо, она к тебе идет. Не открывай. Вот она, вышла, она из-под этой вылезла. Это котя. Все. Зима прошла. Они свободны. Вот она пошла куда. Потеряла своих подружек. Это Котя. Котя, Котя. Ну-ка. Ну, можно, знаешь, еще принеси сюда где-то. Они сюда будут лезть. По-моему, на поставь прямо скамейку. На-то, на крылечко. Там они хуже не найдут. А тут они рядом подходят. Вот на резиновую поставь тут. А ну-ка открой туда, где они? Там, посмотри, куда они убежали. Куда они там пошли? Не видно? Нет. Ну, они там во двор забежали. Все, тут они найдут. Тут еда будет, они поедят. Все, уходим. Коробочка не потребовалась пока. Банки бери, оттаешь их. А я потом тут посмотрю какую-нибудь целлулоидную, подвешаю туда. О, тащи это, в какой-то тазик поставишь, она сама отпадет. Такого я не видал еще. Значит, там
березовый сок. Батюшка, если не все, отдай ему флягу мою, там у себя фляги. Скажи, а потом бутыли привезет Игорь. Тут много бутылок у нас уже есть. Я попутно сейчас слажу туда наверх. Смотри, как это, утром-то холодновато. Вот оно что. Ну все на этом.